своим городом. Это инструмент вашего освобождения. Представьтесь перед всем миром. Я доктор Леонид Павлов. Физик, ядерщик. А что? Что это такое? Это заряженная нейтронная бомба с радиусом взрыва 6 миль. И кто способен обезвредить такое устройство? Только я. Только вы. Спасибо, добрый доктор. Итак, эта бомба заряжена. И эта бомба перемещается. И личность того, кто ее взорвет, остается загадкой. Ибо у одного из вас находится детонатор. Возвращайтесь в свои дома. Обнимите своих родных. И ждите. Завтра вы потребуете то, что по праву ваше.